Одним из первых событий при подготовке к финалу стал мастер-класс одного из партнеров конкурса – пластического хирурга, который не только рассказал девушкам о современной эстетической хирургии, но и с удовольствием ответил на многочисленные вопросы. Меня зовут Гурьянова Карина, у меня есть вопрос к вам. С какого возраста можно начинать делать блефаропластику нижнего и верхнего века? Когда пациент достигает совершеннолетнего возраста. График красавиц необычайно напряженный, и потому, еще не успев отойти от полученных медицинских знаний, девушки направились улучшать физическую подготовку. Шымкент Аруй должна обладать не только красотой, но и пластикой и грацией. В одном из фитнес-клубов города для конкурсанток были проведены силовые тренировки, а также занятия по степ-аэробике и зумби. Не обошли вниманием красавицы Шымкента и свадебные наряды, в которых зрители регионального конкурса красоты смогут их увидеть на финале. Каждая девушка нашла свое особенное платье и почувствовала себя настоящей принцессой. Сегодня мы решили пригласить всех участников конкурса и примерить на них шикарные свадебные платьишки, где они бы могли чувствовать себя королевами. Все конкурсантки прекрасны, и они будущее нашей страны. Все они в будущем выйдут замуж, подарят сыновей и дочерей Казахстану. Напомним, победительница регионального конкурса отправится защищать честь нашего города на республиканский конкурс «Мисс Казахстан» в марте 2018 года. Надежда Вербицкая, Бахадыр Тажибаев, Мурат Одинаев, Талгат Примкулов, ТВК.